тот день Павел решил сделать предложение любимой девушке. Ой, Паш, привет. Да, привет, это вот тебе. Спасибо. Слушай, у меня так времени мало, давай быстрее, что ты хотела, говори. Женя, ты меня любишь? Павел Родин, 24 года, аспирант, не женат. Конечно, люблю, мы уже 1000 лет знакомы. Евгения Рябинина, 21 год, официантка, девушка Павла. Тогда вот, это тебе. Вау. Выходи за меня замуж. Ты серьезно, Паш? Да. Ух ты, красивая. Ой, ну ты знаешь, это так неожиданно, я даже не знаю, мне надо подумать. Паш, ты знаешь, я обязательно тебе отвечу, только дай мне время, хорошо? Я готов ждать сколько угодно. Вот и чудненько. Ну что, я побежала? Паш, а это что, бриллианты? Да, только маленькие. Я несколько месяцев копил. Ты сумасшедший. Ну ладно, пока, спасибо. Пока. Павел был разочарован реакцией Жени. Он не ожидал, что она так легкомысленно отнесется к его предложению. Все мои друзья против Жени, моей возлюбленной. Говорят, она гуляет направо и налево, но я люблю ее. А чем занимается ваша Женя, что у ваших друзей такое мнение о ней? Ну, она работает официанткой в ночном баре. Ну, а разве плохо, что девушка хочет работать неважно где и хочет быть независимой? Она никогда не давала мне повода для ревности. Ну, вы сами понимаете, ночной бар, вокруг нее всегда столько мужчин. Ну, и пусть друзья говорят, что я дурак и не вижу очевидного. Ну, безусловно, бывают случаи, когда ошибается большинство, и правым оказывается один человек, который не пошел на поводу у толпы. Вы считаете, ваш случай с Женей такой? Думаю, да. А все эти нападки, ну, потому что Женя не очень образованная. А я аспирант. Меня на стажировку зовут в Германию на 2 года. Тут хозяин звонил, просил квартиру оплатить. А ты знаешь, я немножечко тут это поиздержался. Ты не мог бы мне денег одолжить? Да не вопрос, Паша. Спасибо. Тем более, что мне сейчас нового соседа придется искать. Данила Бобров, 24 года. Друг и сосед Павла по съемной квартире. Аспирант, не женат. Зачем? Ты уезжаешь. Нет. Слушай, я забежал в институт и все узнал. Ты едешь на стажировку в Германию, и завтра тебе об этом официально скажут. В Германию? Да. Вот это класс! Предлагаю отметить, а? Слушай, я, наверное, не поеду. Ты с ума сошел? Слушай, это из-за Женьки, да? Если я уеду совсем... Паша, куда ты смотришь, а? Ты талантливый физик. Тебе нужно новые методы искать, тебе нужно идеи разрабатывать, тебе нужно этим заниматься. А этих... женщин легкого поведения. Я прошу тебя, Даня, пожалуйста, вот ты мне хоть и друг, но я прошу тебя полегче. Ладно? Дурак ты, Паша. Ну, сам дурак. Угу. Но я без Жени не поеду. Я хочу, чтобы она стала моей женой. Если вы и вправду уверены в своих чувствах и не сомневаетесь в Жене, то не стоит обращать внимание на сплетни. Живите так, как считаете нужным. В конце концов, это ваш выбор, и платить придется вам за свой выбор. В ожидании ответа Жени Павел не мог ни о чем думать. Он пришел встретить ее с работы. Так, в следующий раз. Привет. Это мне? Да. Спасибо, мой любимый. А это кто? Да, это Юрка, наш бармен. Извините, детка, тебя подвезти? О, 1000 извинений. А это кто? Тоже со смены? Да нет, это наш начальник. Ну, ты ничего не подумай, нам просто по пути. Просто. Он так на тебя смотрел. Паш, ты что, ревнуешь, что ли?
Ты такой смешной и милый. Слушай, как мне нравится, что ты мне даришь цветы, ухаживаешь за мной, пишешь мне смс-ки стихами. Ты сам, что ли, их пишешь? Да, вечерами. Да? Да, зайдет вдохновение. Сижу, мечтаю, думаю о тебе. Мечтаешь? Чего же мечтать? Я же здесь. Может, поцелуешь меня? Че, прям здесь? Паш, ну что такого? Давай. Ну, Паш. Пашка. Ну что, куда сегодня меня пригласишь? Пошли. Пойдем. Держи букет, я тебе дам сумку. Прошло несколько дней, а Женя так и не дала Павлу ответа, согласна ли она стать его женой. Привет. Здорово. Слушай, Зрец вчера на футбол не пошел. Мы потом к Мишке поехали, оторвались там по полной. Кстати, я на выходные уезжаю к родителям, так что квартира в твоем полном распоряжении. Я Жене предложение сделал. Она обещала подумать. Подумать, говоришь? Она еще думать умеет, да? Слушай, слушай, Паш, подожди. Я не хотел тебе говорить, но раз уж так далеко зашло, я ее видел вчера ночью на дискотеке, в хлам пьяную, с каким-то мужиком обжималась. Не, ну ты сейчас ошибаешься, Даня, знаешь почему? Потому что она мне вчера звонила с работы в 12 часов и была абсолютно трезвая. Слушай, я тебе сказал, что видел. А уж звонила или нет, это... Дань, ты мне... Хоть и друг, но я тебя очень прошу, пожалуйста, не наговаривай на Женю. Она была на работе, и я ей верю. Да, тяжелый случай. После разговора с другом Павел засомневался в искренности Жени. Ну что, как дела на работе? Во сколько смена закончилась? В 10, как обычно. И ты никуда не отлучалась? А что такое? Это что, допрос? Нет, нет, не допрос. Просто Данила сказал, что видел тебя в ночном клубе, и что ты была не одна. Понятно. Так, может быть, ты тогда Даниле веришь больше, чем мне? Слушай, и вообще, если ты мне не доверяешь, о какой свадьбе вообще может быть речь? Ну, я тебе доверяю, Жень, ну просто я очень ревную. Нет, ты точно подумай, нужна ли тебе такая, как я? Или с Данилой, может быть, мы посоветуемся? Женя, ну, солнышко мое, ну... Я тебя очень люблю. Одну тебя люблю. Никто больше мне не нужен. Но ты еще ничего не решила? Нет. Еще подумаю. Паш, извини, я никуда не уехал. Представляешь, нет билетов ни на автобус, ни на поезд. В общем, как-то... Да ладно, ничего страшного. Мы же вместе эту квартиру снимали. Ну, просто вам с Женечкой как-то мешать не хотелось. Как-то так совпало. Ну да, совпало. Что? Да ничего, Паш, я пойду на минутку выйду, хорошо? Эй, ты чего? Это же ее телефон. Подожди. Что это за Вовик звонит твоей невесте? А? Ты спроси. Если ей нечего скрывать, то она и не обидится. Жень, тут у тебя телефон звонил. Мы... Случайно увидел. Да, а что я это, даже знаю, кто. Что это за Вова такой, Вовик? Слушай, а почему вы лазите в мой телефон, ребят? Это с работы звонили, с бухгалтерии. Я теперь весь вечер только об этом и буду думать. Так, все, я поехала узнавать, в чем дело. А что это за бухгалтерия такая, которая в 10:00 вечера работает, а? А у нас заведение круглосуточное. Только, может быть, я тебя провожу поздно уже? Не надо. Спасибо. Сидите, отдыхайте. Я сейчас поймаю такси, и когда доеду, я тебе напишу смс, окей?
И, знаешь, вообще не нужно ходить больше ко мне на работу, потому что как-то на меня стали странно смотреть. Ладно, пойдем, закроешь за мной. Аспирант Павел был давно и страстно влюблен в официантку из ночного бара Женю и сделал ей предложение. Но девушка не спешила давать ему ответ. Она очень не нравилась лучшему другу Павла Даниле. Данила убеждал Павла, что Женя встречается со многими мужчинами и недостойна такого талантливого парня, как он. Но влюбленный Павел доверял Жене и не хотел верить словам друга. В тот вечер Жене позвонили якобы с работы, и она быстро уехала, попросив ее не провожать. Помня запрет Жени, Павел решил больше не встречать ее у ночного бара и утром пришел к ее дому. Спасибо. Так, я не понял, это кто вообще такой, это а? Это коллега по работе. Какой нахрен коллега? Так, я видел диатиска. Так, отошел от меня на метр. Опа. Владимир Ильин, 21 год, демобилизованный из армии, не женат. Еще один женишок. Господи. Женись на ней, парень, рога тебе к лицу. А, тебе больно? Дай я посмотрю. Пашечка, давай ко мне зайдем. Тебе надо успокоиться, умыться, не Паш. Не пойду я никуда. Ты что такое? О, какой я дурак. На самом деле, а ну зачем говорили? Что говорили, Паш? Что ты такая? Какая? Паш, ты все неправильно понял. Я тебе сейчас все объясню. Тут да Вова, все, он... не надо мне про Вову рассказывать. Все. Прощай, Женя. Я уезжаю в Германию. Стараюсь сделать так, чтобы больше сюда никогда не приехать и тебя не увидеть. Павел был потрясен предательством Жени. Он не мог прийти в себя и второй день не отвечал на ее звонки. Паш, ты дома? А почему на звонки не отвечаешь? А ты не знаешь. Паш... Уходи. Пошел. Я до сих пор не могу поверить. Как я мог в них так ошибиться? Я не знаю, как быть. Вы сами говорили, что вас предупреждали, и не раз. Может, это все-таки ошибка? Не всегда реальность нам нравится. Но можно, конечно, закрыть глаза и сделать вид, что ничего не произошло. А можно не прятаться от правды и, только зная все, решать. И что мне сейчас делать? Думать. И попытайтесь быть объективным. Ведь речь идет о вашей судьбе. Да. Мне надо все выяснить. Пусть она сама мне все расскажет. Я не знаю, зачем я тогда вспылил. Надо было сразу дать ей объясниться. Паш, ты что, жираф? Ну ты все своими глазами видел и до сих пор ей названиваешь. Я просто хочу поговорить. Я даже знаю, чем этот разговор закончится. Алло. Да, привет. Я тебе миллион раз звоню. Ну, конечно. Ну да. Ну, хорошо. Давай, пока. Она сегодня зайдет. Паш, вот как друг другу. Я, конечно, понимаю, ты влюблен, да, это все понятно. Но тебе сейчас нужно набраться мужества и послать ее куда подальше. Я вряд ли смогу забыть эту девушку.
Алло? Жень, привет. Слушай, Паша не может тебе сам сказать. Ну ты, пожалуйста, забудь его номер телефона и больше не приходи сюда, поняла? Женя! Ну кто ты после этого? Разбирайся сам. Я в общаге переночую. Иди. Женя приехала почти сразу после звонка Данилы. Паш, налей попить. Чай, кофе? Лучше чай. Что у тебя с лицом? Ну, это опять Вова. Он все неправильно понял, как и ты. Ну? Паш, короче, это Вова, он мне никто. Мы однажды были вместе с ним в компании. И когда он уходил в армию, он попросил, чтобы я на проводах была в качестве его девушки. Понимаешь? И, ну, потом, ну, переписывались пару раз. Ну, и все. А сейчас вот он пришел из армии и подумал, что я действительно его жду. Зачем же ты тогда согласилась? Да я понимаю, что это глупо. Я уже ему все рассказала про нас. Ну, вот он и разозлился. Он тебя так? Да. Блин, ну это не главное. Главное то, что я сейчас с тобой полностью честна, понимаешь, Паш? И мне никто не нужен, кроме тебя. А этот мужик кто был? Я, кажется, его увидел уже. Да, конечно, видел. Это мой шеф. Помнишь, я тебе рассказывала, что нам по пути? Вот он меня и подвез. Подвез. Паш, ну подумаешь, меня чмокнуло раз в щечку. Ну, блин, мы с ним уже 2 года вместе работаем. Это все как-то несерьезно. Это все по-дружески, понимаешь? Люблю я только тебя, Паш. И мне никто, кроме тебя, не нужен. Честное слово. Пашечка, все будет хорошо. Вот поверь мне, все будет хорошо. Честное слово. Уже несколько дней Павел чувствовал себя абсолютно счастливым. А можешь в кино? Кино? Да. Ну, не знаю. Я думаю, мы где-нибудь посидим вдвоем, в спокойном месте, поговорим. Слушай, Паш, я вот хотела тебя спросить, а ты правда в тот раз мне сделал предложение? Ну, конечно. Ну, а как тогда ты собираешься жениться, если ты улетаешь в свою Германию? Так, а я ж тебя с собой возьму. Ну, в смысле, собираюсь взять. Если ты согласишься, это будет одним из условий компании, которая меня туда зовет. Да? Паш, ты знаешь, я согласна быть твоей женой. Женька! Я тебя так люблю! Я ну все, так, значит, звоним родителям и начинаем готовиться к свадьбе, да? Хорошо. Да? Договорились. Да, пошли. Пойдем. Я так хочу увидеть тебя в белом платье. Когда мы пойдем за кольцами? Давай на следующей неделе, прям в понедельник. Ну, быстро пожениться не получится. Я просто не смогу достать столько денег. Просто, знаешь, я хочу, чтобы у нас была настоящая красивая свадьба. Перестань, я могу выйти за тебя прям в джинсах. Главное, быстрее. Сначала сомневалась, а теперь быстрее. Что здесь такого? Просто я хочу быстрее выйти замуж за своего любимого человека. Тем более нам скоро улетать, и мне нужно менять документы, все это оформлять. У меня куча дел. Успеешь, Женечка. Просто ты будешь оформлять документы, а я полечу туда, и там все налажу, и через несколько месяцев заберу тебя. Подожди. Так что, мы не вместе полетим? Ну, я же не могу взять тебя в никуда. Слушай, я же тебе уже много раз говорила, что я готова быть с тобой в любых условиях. Только с тобой. Хорошо? Честно. Как скажешь. Аспирант Павел был давно влюблен в официантку из ночного бара Женю и сделал ей предложение. Женя тянула с ответом, а Павел не мог понять, почему. Лучший друг Данила убеждал Павла, что Женя встречается со многими мужчинами и недостойна такого талантливого парня, как он. Но влюбленный Павел доверял Жене и не хотел верить словам друга.
Павел сообщил своей девушке, что скоро поедет на стажировку в Германию и возьмет ее с собой. Узнав об этом, Женя сразу же согласилась стать его женой. Павел был счастлив. Утром Женя приготовила Павлу завтрак и убежала по магазинам. Павлу не терпелось поделиться радостной новостью с другом. Здорово, старик. Здорово. О, что тут у тебя? Рассказывай. Представляешь, я женюсь. Да ладно? Угу. Женя дала согласие. И представляешь, мы провели всю ночь вместе. Она, кстати, готовила. Она? Угу. Слушай, ну, у нее же куча мужиков, кроме тебя. Не-не-не, мы с ней поговорили, все обсудили. Давно надо было, а то мучаю себя и ее. Кстати, будешь свидетелем у нас на свадьбе, а? Извини, я не могу. Да и на свадьбу меня не зови. А тебе желаю одного. Одумайся, пока не поздно. Я люблю ее и не могу представить своей жизни без нее. Очень надеюсь, что когда мы поженимся, она изменится. Все-таки у нас будет семья, появятся дети. Павел, а если не будет так, как вы рассчитывали? Жизнь ведь не математика. Я хочу попробовать. Что ж, в данной ситуации переубеждать бессмысленно. Потому что, во-первых, вы можете оказаться правы. А во-вторых, даже если вы не правы, вы вряд ли кого-то будете слушать. Каждый человек совершает собственные поступки, даже если они ошибочны. Павел был расстроен. Немецкие коллеги отказались брать на себя расходы по содержанию его супруги. У самого же Павла не было денег, чтобы взять Женю с собой. Ну что, идем в ЗАГС? Да, идем, но... Что? Только вот с поездкой получилось немножко не так, как я ожидал. Они не согласны оплатить твою дорогу и проживание там, а сам я, боюсь, не потяну. Ну, это что, уже точно? Или я не знаю, что-то измениться может? Ну, да вряд ли. Да, ну, Женька, ну послушай, ну я тебя так люблю. Да черт с ней, с этой Германией. Никуда я не поеду, останусь здесь, с тобой. Ну, я скоро защищу кандидатскую, мне возьмут на работу в институт. Я устроюсь на вторую работу, и все у нас будет хорошо. Ну что, идем в ЗАГС? Знаешь, нет, у меня просто родители приезжают через полчаса, и я думаю, что мы не успеем. Давай в следующий раз, хорошо? А когда? Ладно, я побежала. Ну, не знаю, завтра там созвонимся. Ну, ладно, мне бежать надо, хорошо? Пока. Уже неделю Женя не отвечала на звонки Павла. Он решил караулить ее у подъезда. Жень, ты куда пропала? Ну, что происходит? Паш, у меня сейчас очень много дел, и мне не до этого. Как у тебя с Германией, кстати? Пока без изменений. Но я один туда не поеду. Ну что, когда в ЗАГС идем? Паш, ты знаешь, свадьба отменяется. Я ничего больше не хочу. Почему? Блин, Паш, ты что, не понимаешь? Ты мне звонишь 100 раз в день. Я не отвечаю на телефонные звонки. Значит, я не хочу с тобой общаться. Значит, я не хочу быть твоей женой. Понимаешь или нет? Я хотела улететь в Германию с тобой. А так, так я тебя найду лучше. Ты извини меня, Паш. Уже несколько дней Павел почти не выходил из дома и много пил. Я же сказал, что не хочу никого видеть. Я знаю. Помнишь, на втором курсе меня Ленка бросила?
Для меня тогда все потеряло смысл. Но у меня был настоящий друг. Ты. И ты все сделал для того, чтобы вытащить меня из этого омута. Но там было другое. Все то же самое. То же самое. Тебе даже легче. Почему? Но ты ведь знал, что она тебя рано или поздно бросит или изменит? Знал же? Знал. Мне так хотелось быть с ней. Рядом, вместе. Хоть месяц, хоть день, хоть час. Потому что я люблю ее. Да. Ненавижу и люблю. Старик, неразделенная любовь — это такая штука. Все мы обжигаемся, никого не обходит. И каждый эту боль переживает по-своему. Но именно это закаляет нас. Только после этого начинается настоящая жизнь и приходит настоящая любовь. Так, в общем, мы с твоим руководителем оформили все документы. Осталась мелочь. На следующей неделе едешь на стажировку. Что? Что слышал? Ладно, утри нюни. Собирайся, покажешь класс перед отъездом. Да какой класс? Я как курица на льду. Хватит быть запасным игроком. Жизнь только начинается. Невозможно прожить жизнь, не делая ошибок. Главное ведь не ошибки, а опыт, который мы извлекаем из этих ошибок. Павел, главный герой нашей истории, в отношениях с Женей сделал правильные выводы. Павел научился видеть не то, что он хочет, а то, что есть на самом деле. А главное, научился ценить дружбу.